Рассмотрим одноразовые маски для лица от The Sam Micro Skin Fit Mask. Каждая из них выполнена из особого материала и пропитана специальным составом, целенаправленно воздействует на определенные проблемы кожи. Всего в линейке три варианта масок. Мы рассмотрим две из них. Первая маска – Sika Mask с мадекосазидом. Универсальная стерильная марлевая маска для ухода за чувствительной кожей. Она пропитана интенсивной эссенцией на основе мадекосазида. Это активное вещество, выделенное из экстракта центеллы азиатской. Этот чистый изолят обладает тремя основными действиями – противовоспалительным, заживляющим и омолаживающим. Также маска содержит ниацинамид, который способствует осветлению пигментации, в том числе и покраснению постакне. Маску необходимо нанести на чистую тонизированную кожу, приложить, разгладить и оставить на 15-20 минут. Достанем ее из упаковки и рассмотрим поближе. Перед нанесением на кожу уберем защитную пленку. У маски удобное лекало и приятный материал, который плотно прилегает к коже. Вес продукта 27 грамм. У маски приятный растительный аромат. Вторая маска – Oil Mask. Биоцеллюлозная маска с маслом кокоса. Достанем ее из упаковки. Перед началом использования уберем защитную сетку. Сетка находится с двух сторон маски. Биоцеллюлозная маска пропитана составом, который интенсивно питает кожу, смягчает и увлажняет ее, делает более гладкой и эластичной. Масло кокоса обеспечивает быстрое восстановление и обновление кожи, снимает воспалительные процессы, ускоряет заживление повреждений. Также в составе маски масло семян жожоба, семян камелии, оливы и аллантоин.